Лучше бы не говорили. Жалко кроликов мне. Такие маленькие. Ладно. Я решил ему купить еще один небольшой подарочек, который вы увидите попозже. Держи. Опа! Тяжелый? Вообще. Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала «Заброшенная Россия». Перед самым Новым годом мне написала моя подписчица и попросила, чтобы я сделал новогоднее чудо для одного инвалида, который проживает в селе. И сегодня я еду к нему. Здравствуйте, Алексей. Хочу попросить вас исполнить мечту одного мужчины. Ведь на Новый год мечты должны сбываться. Его зовут Вячеслав, ему 40 лет. Проживает он в селе Коровино Бугурусланского района. По чужой дурости он стал инвалидом. Вячеслав очень мечтает вновь встать на ноги и в полную силу заниматься своим любимым делом. Но пока ему приходится передвигаться на инвалидной коляске. Вячеслав очень упертый и сильный мужчина. Он готов бороться и во что бы то ни стало побороть свой недуг. Сейчас Вячеслав пытается тренироваться на самодельных тренажерах. Может быть, получится исполнить его маленькую мечту, подарить на Новый год тренажер для рук. Девчонки, скажите, улица Верхняя Ульная где находится? Что? Улица Верхняя Ульная где находится? Вот так вот едете и поворотите наверх. Все, спасибо. Здравия. В общем, друзья, ищем улицу, где живет Вячеслав. Вчера я с ним списался. Он сказал, что ему нужно тренажер, экспандер для рук, чтобы заниматься, качаться. Вот так как он сидячий, у него работают только руки. Ну, кроме экспандер, я решил ему купить еще один небольшой подарочек, который вы увидите попозже. Вот сказал он, что живет с женой, с дочкой. В общем, жены и дочки я тоже купил. Большие гостинцы. Вот для начала найти нам эту улицу, Верхняя Улькина. Не знаю, где находится. О, сколько детишек тут. Вот она, русская детвора. Здрасте! Не съест? Нет. Точно? Нет. Все дома? Иду. Ну, начнем с новогодней елки. Купил я елочку в подарок. Надо к Новому году. Привет, Алексей. Маша. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь? Целый день ждем. Да, ну вот немножко зрелся. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Есть елка. Ну, будет настоящая теперь. А дайте проходите. Сейчас я эту елочку занесу, сейчас еще. Собаки уже познакомились? Да, познакомились, пока не укусили. Набрал я, друзья, подарочков. Вот, кроме экспандера, купил еще вот такую гантельку. Девочкам тоже подарочки. Опа. Нашли нас? Да, легко и просто. А я бывал здесь давно-давно еще. Да, давно-давно. Так, вот. Экспандер, который просил. Вообще, спасибо большое, Джан. Благодарю. Так, ну я, знаешь, подумал, что тебе мало этого будет. Держи.
Тяжелые? Вообще. Гантели. Офигеть. Так, ну. Девушка, вам тоже подарочки. Держите. Это к вам к Новому году. Спасибо вам большое. Это тебе. Спасибо большое. С Новым годом. Ну, не а вот дом, где раньше дети были, сейчас там пенсионеры, да? Да. Дом ветеранов, наверное, да? Да. Вы, наверное, туда приезжали, да? Я туда к детям приезжал еще лет, наверное, 12 назад, когда детишки там были. Сейчас даст старики там. Понятно. Больницу закрыли, привод сделали для этих. А вот дом престарелых. Да, ну, да. Знаю, вот. Раньше был приют. Сколько там престарелых? Ух, там знаю, больше да. Рабочих, наверное, да? Чем престарелых. Человек 30, наверное. Ух, нормально. Чебуреки ваши? Сами да, делали? Сами. Да, сами. С утра делали, ждали да? Вас. Крольчи. Крольчи? Да. Лучше бы не говорили. Да. Жалко кроликов мне. Да, не, нормально, что. На то и кролики. Много у вас? Сейчас, не знаю, так... Под 100, 160 вот так доходит. Кроликов? Ну да, мы специально только кроликов и держим. А где нах? Что-то вроде мало здесь это у вас. Они в сарае у нас. Да? Покажете? Да, покажем, да, конечно. У нас Машка больше другого мяса не признает. Да? На диете? Нет. Сколько людей живет? Ну так тут да, еще улица там. Вот, ну человек 500 живет, 1000? Да, 1000 у нас уже сами нету. Ну семей таких с детьми, чтобы уже... Так, мы считали, вообще мало, наверное, сейчас с маленькими именно, кто в садик ходит, а те вот вырастут, а больше не остаются никто тут. А давно на Крымске? 11-й год. Да. А что случилось? Да, один здесь дурачок на машине наехал, на магазин поехали, гуляли. А я в машине сидел, и он мою жену обозвал, я услышал, пришел, говорю, так же не делается. Я говорю, твою жену не обзываю. Не стукнул его. Он на машину сел и обзывался, короче. Я не ожидал, думал, наверное, кому-нибудь пойдет жаловаться кому-нибудь. И наехал. Они потом вытаскивали меня. Ну, умышленно, да? На Москву, да, умышленно. 105-й ушили, а потом на 111-й ему сделали. Ну, сидел? Нет, три года, условно, дали, все. Все, поможем, тебе помогать будем. Заявление только не пиши. Поставим на ноги, потом суд прошел, и все. А он сейчас где? Здесь, здесь. Поля сажает, на КамАЗе ездит, прибивающий живет. Забыл все. Да, грустная история. Да, здесь еще жизнь, еще. Ну, что так отказал. И лечение бесполезно, да? У меня 6 операций делали на позвоночник. Сейчас теперь спина не заживает, без свиш. 4 года нормально было, потом опять я помню. А тебе сколько лет? Чуть-чуть помладше. 40. Ровно 40, да? Угу. Ну не ровно, с копейками. В феврале 41 будет. А инвалидом стал 30 лет. Отметили, и вот потом инвалидом. Привык, с одной стороны, вообще был, можно сказать, как червяк. Ну, морально, через сколько к этому свыкаешься или привыкаешь к этой мысли, что... Ну, вот это, воли... наверное, проходит 4. 4, да? Да, вот это все мысли. Потом сейчас уже и не думаю, что надо мне стать. Вот, уже привыкаешь, я, да? Блин, да, года 3, наверное, так 4. Не, врач говорил, я говорю, не думал, что ты выживешь. Опасно так было, года, да? Сказал только, признался. А в чем сложность была? Я же весь покалеченный был. А, то есть... Позвоночник сломанный, чуть сломанный, ободранный весь, до такой степени сильный. Че-то он видел меня там вообще. Живого места не было. Он же на меня наехал, по асфальту что протащился я. Ну я как-то, я не знаю, почему не отлетел. И назад, вперед, без ребра сломали все, и он как мостом, что ли, это... Кошмар. Повесь, и назад, вперед, это ездил, застрял, короче, на мне. Удрать хотел, наверное. Угу. А его поймали там. Вытащили, побили его и что. Машину потом подняли. Так меня же никак не вытащили. Народу много как раз там было. Mm-hmm. Еще. Так нормально. Пойдет. Привык. Кроликов держим. Летом пчелы. Ули делаю, рамки делаю. Сейчас сам на сугробе пилю.
А в школе сколько детей учится? Маша, быстро. Ну, в общей сумме где-то человек 8-10. Всего? Ну, что, Чесногасовы привозят, наверное. Ну, вот это вместе с ними. Ну, не больше. 80 нет, наверное. Ну, когда я училась, там было 80. Вот на самый большой класс ушел. Нам выгоднее что, допустим, свиней, кроликов или коров держать? Ну, конечно, кроликов. Или куриц, например. Ну, и куриц. Не, он такой самый, чтобы вот себя прокормить, скажем так. Себя, кроликов. Самый выгодный, да? Да, всегда мясо. Всегда свежее. Поросенок ест много. Машину съест, месяц его поест, и все, больше его нету. Кроликов же как-то... С одной тонны там можно много их вырастить. Например, пускай за год съедят 4 тонны, тут все равно выгодно. Раньше и лошадь держали тоже. Коров, рогатый. Вы это, гостиницу что, возьмете? Мед отправим. Мед у меня... Ну, может, кому-нибудь дальше? Дальше, да, да. Просто вот... Ну, так можно. Кого считаете нужным? Ну что, хозяйство посмотрим? Да. Кто похвалится? Ну, пойдем. Я не пойду, блядь. Выезжать плохо, Они на улице не мерзнут? Нет. Бывает такое, что когда морозы, у них лапки примерзают. Ну, примерзают, да. Ручные есть? Нет. Это? Все боятся? Они не привыкают. Они бешеные. Здесь вот на отдельности они живут. Здесь. А вот. Что за порода здесь? Они смесь. С ним если фоткаться можно? Можно. Сейчас он... поймаю. Какого вам? Да любого, который меньше дрыгаться будет. Да? Не знаю. Чтоб не поцарапал, не укусил. За нижней фоткой. Вот так вот? Да. А он не накакает? Нет. А чё? Он заблокировал, да? Не, разблокировалась. Да быстрее ты. А, разблокировалась? Да-да. Ладно. Угу. Горизонтально сделаешь? Хорошо. Похож на кроликовода? Да. Все. Так, как вот теперь? Туда сразу? Да, туда. Опускайся. Ой. Я сюда. Истечный розовый. Здесь вот с крольчатами уже. Ух ты, там где? Вон они, а, маленькие? Видно, да. Чуть-чуть так можно открыть, и там видно. Откройте, посмотрите, маленьких давно не видел. Она не кинется? Нет. Может, достать? Давайте, вообще круто будет. Такие маленькие. Ну ладно, ладно, ладно. Ой, такой пушистый, как варежка. Там будет много. Ух ты. Прикольные. Ладно, это здесь вот рожают. Здесь вот побольше. Ух ты. Подойди. Малыши такие. А, красивые. На, целая ферма. Нет, конечно, он здоровый. Ну, да, побольше. Тоже. Сколько он килограмм весит? Ой, не знаю. Это самец. Угу. Племенной. Ясно. Ну, здорово. Вот это ласточки живут. Да? Все залетают? Да. Ой, здесь маленькие. Ну, такие, наверное, чуть побольше. Такие, наверное, все глазки закрыты у них. Сколько им примерно? Ой, я не знаю, где-то вон там написано. Записано? 8
ноября. Mm-hmm. Ну, в общем, больше месяца. Больше месяца, такие маленькие. Ясно, ну здорово. Теперь тоже хочу кольчать, не разводить. Давай. Что, пойдемте в дом? Чё, как? Нормально. Хозяйство пойдет? Большое. Чё, собрал? Да, короче, гантель хоть тяжелый, конечно. Ну, подкачаешься. Да. Я сейчас вот только месяц как начал карабки, например, вот так без ухода сидеть. Угу. Что, я, да, а также постоянно я вот держусь. Ты давайте с гантели сфоткаю. Ну что, счастливо? Давай, еще давай, увидимся. Счастливо, спасибо, рад знакомству. Да. Давай, летом приеду обязательно. Да, пожалуйста. Вот это вам. Ух ты, ведерко, может быть, это... Поменьше. Поменьше нету. Так его достали. Ладно, кому-нибудь разделю, раздам. Обещаю, это точно раздам. Ну ладно. Ну все, спасибо большое, до свидания. Ну что, друзья, вот так у нас получился добрый фильм. Надеюсь, вам понравился. Как всегда, делитесь своими эмоциями, впечатлениями. Если возникли вопросы, обязательно пишите мне в ВКонтакте, Инстаграме или Одноклассниках. Ссылки на все соцгруппы в описании под роликом. Ну и как всегда, друзья, прошу поддержать мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, напишите хороший и добрый комментарий и сделайте репост этого видео в своих соцсетях. Это будет наивысшей благодарностью за мою работу. А тот мед, друзья, который подарили мне эти добрые люди, я готов подарить вам. Приходите ко мне в гости, я всех угощу. И не забывайте делать добрые дела и вы. Перед Новым годом и в течение всей жизни. Всем добра. Пока.